Обеспечены кабинками и урнами, информационными стендами и камерами видеофиксации. Депутат Мособлдумы лично убедился. Избирательные участки округа начали свою работу без нарушений. Голосование началось штатно, как положено. Открыли все участки вовремя. Избирательная комиссия все на месте, принимают наших граждан, избирателей. Дмитрий Голубков посетил 10-й лицей, 7-ю и 11-ю гимназии, а также дом офицеров. Члены избирательных комиссий готовы к трехдневной работе, а явка граждан высокая. Жители проявляют активную позицию. Уже видно, что наиболее активные пришли на выборы. Ну, сейчас мы только в начале этого процесса, уверен, что все будет хорошо. Избирательные участки округа открыли свои двери в 8 утра 15 марта. И три выборных дня будут работать до 20:00. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».